Всем привет! Рада приветствовать вас на канале Life in Colors. В этом видео мы будем рисовать удода. Удод – это небольшая ярко окрашенная птица с длинным узким клювом и хохолком, иногда раскрываемым в виде веера. Широко распространен в южных и центральных областях Европы и Азии, а также почти на всей территории Африки. Излюбленным местом обитания является открытое место с редким кустарником или деревьями, такая как саванна, луг или пастбище. Также встречается на культивируемых ландшафтах, во фруктовых садах и виноградниках. Осторожен, но не пуглив. Как правило, сторонится человека и улетает при его приближении. Много времени проводит на земле, охотясь на насекомых. Всем приятного просмотра! Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте свои лайки и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео.